День защиты детей отметили и в детской республиканской клинической больнице. Маленьких пациентов поздравил заместитель председателя Народного собрания республики Камил Давдиев. Детей порадовали сладостями и наборами настольных игр. Подарки получили пациенты всех 12 отделений клинической больницы. Чтобы развлечь малышей, была организована и концертная программа, яркие вокальные и хореографические номера. Дети играли, танцевали и участвовали в конкурсах, а после запустили в небо разноцветные воздушные шары. Браво! Я вам хочу пожелать скорейшего выздоровления. Хочу пожелать я вам здоровья. Конечно же, с этим коллективом, медицинским персоналом во главе с Сиражди Магомедовичем, конечно же, вы выздоровитесь быстро и покинете вот это здание. Я хочу пожелать, чтобы вы не возвращались в это здание, чтобы вы вернулись в свои школы, в свои детские садики, и чтобы вы радовали своих родителей.